В конце прошлого года новость о том, что действующий порог достаточности для снятия пенсионных излишков будет повышен, взбудоражил казахстанцев. Они начали массово отправлять заявки на спецплатформу, что даже привело к сбою в системе по всей стране. Чтобы все желающие успели использовать возможность, президент страны продлил срок до 1 апреля. Времени для снятия по старому порогу у казахстанцев осталось немного. Для того, чтобы подать заявку и чтобы деньги поступили на спецсчета клиентов, необходимо порядка 2 дней на рассмотрение заявки. И чтобы запрос ушел в ЕНПФ и поступили деньги на ваши спецсчета. Поэтому рекомендуем всем клиентам крайний срок для подачи заявки примерно 28 марта, чтобы было вот эти вот пару дней для рассмотрения. В последнюю неделю кустанайцы стали более активно интересоваться этим вопросом. В конце месяца и вовсе ожидают повышенный спрос, поэтому рекомендуют не откладывать подачу заявки. Мы замечаем, что клиенты в последнюю неделю особенно, и ожидаем, что до конца месяца, скорее всего, очень часто обращаются к нам с просьбами помочь в перечислении, в оформлении вот этих пенсионных излишек. Поэтому советуем всем людям, всем нашим клиентам заранее об этом подумать, не ждать последних нескольких дней, потому что все-таки это портал, все-таки это сайт, и если все будут в один день подавать, возможно, какие-то там моменты по системе. Самые популярные цели, на которые кустанайцы чаще всего тратят пенсионные излишки, остались прежними. Это покупка жилья, погашение ипотечных займов. В число лидеров попала и такая цель, как пополнение депозита в Отбасыбанке. В медицинской же сфере актуальными и самыми востребованными остаются стоматологические услуги. Виктор Ваташко, Яна Гала, РТН.